Мы зашли в кабинет, смотрим в окно, тут полыхает. Мы сначала не поняли, думали, костер какой-то. Угу. Затем тут пацаны подорвались с пешеходного перехода, начали тушить, а потом уж все остальные начали помогать. А потом скоро приехала, получается. Потом, да, полиция, скоро. А у вас в это время пара была какая-то? Нет. Нет. Мы там помогали преподавателю. Угу. Просто говорят, что это сотрудник колледжа. Ну, мы точно не знаем, кто это был. Мне или Садов.